Итак, идет подготовка к репетиции. Сейчас будет прогон. Это мы сейчас немножечко заснеем. Ирина и хореограф идут готовиться. Мы сейчас это все посмотрим, как это будет происходить. Потихонечку включат музыку, потом будет примерочка. И все, что дальше там будет происходить, вы увидите. Сейчас мы потихоньку будем это снимать с большими сюжетами. Сейчас смотрите, это вот девчонки ждут. Все вот это дело. Так. Ирина готовит мюзик. Сейчас. А мы их поставим как-то, чтобы на всю был объемный звук. Чтобы так, туда-сюда можно. Сейчас это будут все это обсуждать, показывать, а мы продолжим потом вам все это делать. Вот руководитель их, Наталья Николаевна, она смотрит, сейчас будет объявление. Так. Какие-то непонятные термины для меня, ужасные. Все. Так, мы сейчас чуть-чуть отодвинем. Вот началась опять репетиция. Упс. Дальше получается, ни хрена себе. Так проходит, идет. Сейчас мы посмотрим. Все вот так вот доходит. Вон Масик, они уже ходят. Она уже там не вымерит. Вы не мешайте, давайте. Тут, что, колбаса, МГТС. Так. Пока идет. Сейчас дальше смотрим. Thank you.
3 минуты идет. 3 минуты, так. Идет уже. Так, вот. Немножко поменяем ракурс. Так, это все прошло. Хорошо. Так, отлично, все. Пока 4, а там и все кабинки пошли вместе. Назад рывц. Чем там надо вилять? Что есть там? Нет, конечно, еще. Так. Для начала игры ставьте купюру в купюроприемник. Что-то решить у нас тут часу. И коктейли вечером. Сейчас девочки из молодежного театра моды «Экспрессия» продемонстрируют эти модели. Я хочу, чтобы вам этот вечер понравился сегодня. Я буду рядом, а Ира снимает вот это. Thank you.
со льдом. Угощайтесь. Угощайтесь. Очень хорошо. Я пойду чай пить. Все. Выключай. Только как думали, что, 2 часа, что ли? Да. Нет. Мы уже сейчас начнем все это действие. Наше время уже 15 минут, они никак не приготовятся. Все сидят, уже ждут. Сейчас мы начнем. Это торчащие ноги. Это наша бабка. Танькой. Вот. Все мы сейчас. Че? Может, выключиться раньше? А что тебе мешает? Он не мешает, а его нету света этого. Потому что это. Так, сейчас начинаем. Так, сейчас мы ее смотрим. Итак, идет процесс подготовки к показу. Последние штрихи идут по накрутке всяческих креней. И вот оно уже все подходит к этому делу, когда все начнется. Когда вот эта Аня из туалета. Туалетный утенок, блин. Большой привет кому? Большую сцену, где я показываю платье, которое отходит от привычных белых, и это будут немножко другие цвета. Сейчас нам все поаплодируют, я думаю. Тихо. Начинаем. Итак, дело начинается. Бежала. Я могу тебе помочь. Пойдем. Эй.
печи, печи, горячие, это пусть на мои плечи, как и птицы в небе ищут приют, и сердца поют, а вечной любви возле нее, да мне эти крылья, чтобы с высока разжигать плечи облака, чтобы с высока птицы в тебе, чувствую твое, тепло и знает мое, я всегда буду с тобой, даже если я далеко. Thank you.